Ребятки, с чем хорошо сочетается печеная свинина? Конечно же, с хреном, с капустой, печеным яблоком, картофелем. Сегодня мы с вами сделаем всего понемножку и сделаем, скажем так, вот фуршетную тарелочку. С чего начнем? Давайте сделаем хрен. Уверен, что каждая семья имеет свой собственный рецепт приготовления соуса из хрена. Я вам покажу свой вариант. Я предпочитаю соус этот делать без всяких наворотов. Самое главное – это терка. Терка должна быть самая-самая-самая мелкая. Если у вас терка будет крупная, вы не получите того самого эмульсионного состава. Хрен готов. Отправляем в миску. Меленько натер. Да, да. Стружечка. Ну все, давайте теперь будем его доводить. Сок одного лимона. Натуральный уксус, яблочный, виноградный. В среднем можете бахнуть туда 1/4 стакана. Смело. Смело. Обычная питьевая вода. Разбавляем. Так, хорошо. Немного всего. И увеличивается в объеме за счет воды. Да, да. Полная чайная ложка соли. Сахар. 2 столовых ложки. Добавлю еще 1 столовую ложку сахара и воды. Кислоты достаточно. О, мама мия, как же он жжется. Так я тут стоять не могу. О, мощь. О. В общем-то и все. Наш замечательный соус готов. Хочешь попробовать? Нет, спасибо. Все, ребятки, закрываем пленочкой. Убираем в прохладное место, пусть ждет своего часа. Вот наше прекрасное вкусное блюдо. Наш хрен, так. Салатик, запеченное яблочко, горчичка, картошечка запеченная. А лучок у тебя маринованный? Нет, просто свежий. Я хочу именно сохранить баланс жирного, кислого, свежего. Ну вот теперь я попробую шкурку. Попкорн. Изумительно. Так, хрен. М-м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 -